школьных учебниках столько ж вранья. Как бы хотел стать, кому подражать? Геройством и мертвых пытались пронять, но вырастет вор и пойдет сторожа. Учатся в школах и в институтах, при академиях в жмурки играют. Два иностранных хватает попутно, к музыке склонятся где-то чуть с краю. Столько ж ливаниев и гамалиилов, лучше почет от времен и народов, но только Марию к Иисусу склонила. Это не то, что скакать по курортам. Счастью Марии благое оказалось, тысячелетия не смели отнять. Кто со Христом, тем неведома зависть. Сотни отростков от старого пня. В духе свободы, пред ликом владыки, поприще духу и разным талантам, знания доверху и даже с присыпкой, мудрости Божией и все не за плату. Где обучение у ног Иисуса, сам он ответственно всем возвестил. Братом, сестрой Христа прозовутся, кто это звание смирением достиг. Павел в училище верных собрал, тайну спасения им открывает. Есть в интернете пророков портал, нам бы краюшку от их каравая. Школу с программой евангельских строк каждый по силам на кухне потянет. Ни мощи с иконами, это не впрок, зачем же греметь нам чужими костями? Сайт наш, Вселенская, чудная школа, больше полсотни наполненных папок. Смогут осилить, кому Бог изволит, неучим горько придется оплакать. 31 октября 2009 года.